Армения – горный край с богатой и непростой историей и чарующей природой. Здесь настоящий рай для походов, но нам только предстоит это узнать. А пока мы начинаем знакомство со страной, пожалуй, с самого популярного туристического места. Гарнийский храм. Одна из первых достопримечательностей, которую советуют посетить турфирмы и путеводители по Армении. Это действительно очень привлекательное место для туристов. Во-первых, сюда просто добраться. Всего 30 километров от Еревана и каких-то 40 минут на такси. Во-вторых, это единственный языческий храм, сохранившийся в Армении, о плоти христианского мира. Ну а в-третьих, пронзительная природа, подчеркивающая эллинистическую архитектуру храма. Построенный в первом веке храм в 1679 году серьезно пострадал от землетрясения и был восстановлен только в 60-х годах прошлого века. Его обломки собирали по кусочкам на окрестных склонах и местные жители, и реставраторы. Конечно, не все элементы удалось сохранить в оригинале, но полюбоваться на восстановленный храм однозначно стоит. Мы не раз возвращались в Гарнию позже, когда уже посетили множество армянских храмов, популярных и почти забытых, чтобы вновь прикоснуться к дохристианской истории Армении и вообще человечества. А если спуститься от храма вниз, можно насладиться великолепием ущелья реки Азар. И добраться до еще одной достопримечательности этих мест – Симфонии камней. Изумительные шестигранные призмы, из которых состоит склон, настолько правильной симметричной формы, что часто кажутся людям рукотворными. Но это, конечно, не так. Огромные шести- и пятиугольные базальтовые плиты образовались путем выхода на поверхность в результате вулканической активности и последующего обрушения горных пород. А немного дальше по ущелью два берега реки Азат соединяет восстановленный мост. Интересно увидеть, как это место выглядело до реставрации, ведь мост находился здесь примерно с 11-12 века. Удивительный по гармоничности с окружающей природой, он словно вживался в ущелье и был его неотъемлемой частью. Немного жаль потерянную реликвию. Вернуться обратно наверх можно, заказав такси на перекрестке чуть выше моста, или вернуться по реке обратно и забраться по тропинке к храму.